Ну что, дорогие друзья, уважаемый Дмитрий, я хочу снять такой ролик, вторую часть, с завершением нашего эксперимента, с завершением. Мы вернулись из открытого космоса. Как у вас ощущения? Офигенно, ну так здорово. Я ожидал, что будет или темнее, или светлее, как-то еще будет там волосы, что кожа будет. Ну так здорово, честно, первый раз крашу в жизни. Ну, в общем, я не знаю, конечно, трудно кому-то рекомендовать. Я просто счастлив, на самом деле. Мы тут уже обсуждали с девчонками, что вы сейчас пойдете вообще такой вдохновленный, да, по вашей реакции судьи. Давайте сделаем такой жест, как всегда делают стилисты, так, снимают пеньюар и как бы в окончательном виде. Вот такой. Ну, если с технической, с эмоциональной точки зрения понятно, я уже вижу, что да. Ну вот видите, эмоции. Я не подставная утка. Я у них на четвертый раз или третий, я не помню. Ну просто лучше. Бывает редко, когда твои ожидания превосходят действительность. Вот это тот случай. Ну, на самом деле класс. То есть вот седина вообще совсем. Да, я же был седой. Видно, здесь как вот впереди. Я очень доволен. Мы удачно подобрали на самом деле рецепт, потому что угадали. Но на следующий раз мы сейчас все тщательно запишем, в следующий раз мы уже все будем знать, как это сделать. Вот спасибо, и мужчины, не бойтесь краситься и приходите для этого в школу Павла Баженова вот, в Санкт-Петербурге. Спасибо вам, спасибо, Дмитрий. Спасибо вам.